Как снять интоксикацию после приема алкоголя и обильного-преобильного переедания? Мне лично помогают вот это, вот эти простенькие продукты. Обязательно новамин – это антиоксидантный комплекс из витаминов С, Е и А. Принимать его надо много, по 10 капсул, если у вас случилась интоксикация от алкоголя, но он реально работает. Проверено на себе. Все мы люди, никому это не чуждо, поэтому очень классная добавка. Не только иммунитет укрепляет, но в первую очередь этот продукт был создан для снятия интоксикации. И еще один продукт, который мне очень-очень нравится, это очищающий фитосорбент. Он тоже прекрасно работает. Его надо растворить в теплой воде, 150-200 миллилитров, чайную ложечку добавляешь, тщательно перемешиваешь и принимаешь. Состояние после него улучшается сразу. Здесь в составе порошок из плодов шиповника, гуар, смола индийской акации, топинамбур, пектиновый концентрат, то есть порошок из яблок, оболочки семян подорожника, порошок из корня алтея, порошок из корня лопуха, экстракт хвоща, экстракт эхиноцеи, ромашки, курильского чая, сен. Никак список не закончится. В общем, эта добавка тоже очень классная. Она создана...